Над двумя крупнейшими муниципальными банями в Барнауле нависла угроза закрытия. Причина – долги перед энергетиками. Уже сегодня, 10 января, две из шести имеющихся в городе общественных бань в поселке Южный и на улице Союза Республик могли оказаться под замком. Объекты, которые принадлежат компании «Бытсервис», задолжали за свет несколько миллионов рублей. Предписание об ограничении режима потребления электроэнергии вынесла «Горэлектросеть». Конкурсный управляющий предприятия попытался запретить энергетикам отключение. Он обратился с заявлением в суд, в котором указал, что компания, с одной стороны, признана банкротом, с другой – закрытие бань может привести к социальной напряженности. Но суд муниципальную компанию не поддержал. Правда, сегодня бани не закрыли. Как пояснил конкурсный управляющий, долг перед энергетиками полностью удалось погасить. Но угроза закрытия общественных бань может возникнуть снова. Финансовая ситуация на предприятии сложная, его судьбу завтра будет решать собрание кредиторов. Если кредиторы завтра проголосуют за остановление деятельности, то есть мы деятельность будем прекращать и все объекты резервировать. Отметим, общественные бани пользуются большой популярностью у барнаульцев, особенно у пенсионеров, которые имеют льготы на их услуги. Мы продолжим следить за развитием ситуации.